Вот. Вот, если честно, это просто супер ролик. Слышите, это какой-то баг и новая обнова. И еще, что будет, если эту музыку добавить бесплатную музыку совместную? Вот это классная музыка звучит. Сейчас мы играем бритуальчик, кто не знает, думаю. Так, сейчас слушайте. Ну, вроде бы как тоже получше слышится. Как думаете? Пишите в комментариях. Могу даже продолжать так же духе. В том же духе. Как вам музыка? Пишите. Пока вы пишете, мы обновим, мы пропиарим нашего спонсора. То, что нас пиарит, мотивирует все остальное. Офигеть, если честно. Я сам дома, поэтому такая музыка громкая. Реально, это реально такая жесткая музыка. Вроде бы это самое лучшее. Как там звучит? Музыка пониже? Подождите, вроде бы да, нормально. Так, а теперь рассказываю про нашего спонсора, ну конечно. Ой, сори за экранчик. Так, а ну перед началом ролика подпишитесь на канал Max Risk. На русском можно его найти, а также на английском. Просто подписывайся, жми на колокол, жми на любой ролик там, буквально. Это наш спонсор, в общем, лайкос ему там ставь. Также, если будете ему так делать, то обязательно на этом канале будет больше роликов, больше монтажов, конечно, не знаю, если будет это время. Так, в общем, комментарии, в общем, закрепленный комментарий, там есть социальная сеть, ТикТок, между прочим, лайк-канал, официальный канал, под этим роликом тоже есть, кстати. Там есть Facebook, ВК, все остальные соцсети в общем. Так, а мы сейчас показываем. Ой, нашел. Да, приятного просмотра. Теперь войска могут менять цель марша и гарнизон в любое время. Новая система. Печати дракона. Установите печать дракона, чтобы активировать специальный эффект марша дракона. Давайте я немножко выключу. Добавлена новая функция с получения. Открывайте партнеров сражения риска. Риса. Добавлена. Боже, не добавлена помощь для исследования и получения войск. Ага, интересненько. Оптимизация ряда впечатлений для игры. В общем, что-то как-то интересно. Надо обновить. О, события. О, отлично. Итак, события, друзья. Ох-хо-хо. Слушайте, а можно мне эту вторую превьюшку? Реально. Ну, офигенно. Дуэт завершится 9.02. Ух ты, ё-моё. Ого, не отправляйтесь на охоту на Минотарис. Окей, друзья, сегодня я хочу... Ух ты, какие превьюшки. Как будто нет ни превьюшек. Ну да, реально нет. Бэдваджи. Значит, играть без превьюшек. Как это? А то как-то у меня такая себе аватарочка и превьюшка. И фоновая там шапка, говорят, она вот поэтому я хочу изменить. Ну вот прикольно. Итак, мы заходим. Выполняйте квест, ага, правильно распоряжайтесь слой мыши, машин или что, блин. Пролог в Бритуадже. Землю Реттер, блин. Драконы обладают невидимой силой. В смысле невидимой? Ускори украшение ярости дракона, блин. Наше поле поклонников традиционное. Офигенно, мы называем его стражем. Ведь очень на паузе смотрите, пожалуйста. Итак, это что, заново игра? Офигеть, блин. Я заново играю. Вот это место обладает слабительным рефольным. А блин, я уже играл. Ладно, давайте разберем тут лагерь. А блин, может, были жрец, мы это знаем. В общем, друзья, мы заново начинаем играть, не знаю почему. Всех так же сам. Ну блин, я тут уже играл. Стоп, но прочитал. Может быть как-то. Атака войск улучшена. Тут нужно подождать, когда все откроется. Или прокачать, чтобы все открылось. Вот. Ждем.
Да, знаешь, построить как заново, блин, начинаю играть. Вот почему, Бритвадю. Нормально, все. Обучение. Через пару секунд, наверное, буду пешочком идти. Итак, нажимаем. Ладно, они, кстати, еще быстрее. Мы непобедимы. Вот, мы обнаружили здесь загадочную реликвию. Ого-го, похоже, это легендарный древний кристалл, обладающий магией телепорта. Ага. Давайте попробуем построить портал. Заставь с его помощью вы сможете отправиться в землю варваров. Строим. Был кристалл, стал порталом. Смешно-то. Сработало благодарю этому порталу, благодаря этому порталу заставы все будут намного проще в том случае, если мы захотим отправиться в землю первобытих. О, классный музыка. Опа-на. Такое вроде бы было или не было? Не было такое вроде бы. О, такое было. О, это и скелет. Это Аджи Вейпс. Копия Аджи Вейпса. Это земля варваров. Портал заставы. Сомнение еще с нашей заставы. Кстати, самое время туда вернуться. Вот, блин. Это я, что ли? Кто я, вообще непонятно. А, это я. А это кто? Король какой-то. Давайте королю. Я так рядом, слушайте. О, бык, привет. Как ты? Не знаю. Отличное место, мы можем охотиться тут на существ, чтобы получать необходимые ресурсы. Ну, конечно. То дайте я схвачу его. На территории моей. А ну-ка, иди сюда, иди съем. Ага. Ага, шутку. С драконом. В смысле, дракона вообще никогда не было. Ну, было вроде бы, но я без драконов вышел. Реально драконов не было. А, там шабно написано, драконы. Майки Труденс ничего не писал. Что за? Офигеть! Безумие племя напало на эту заставу. Традицкропль всегда первый бросается в бой. Мы потеряли сокровище поражения и портал традиционным. Мы много трудились, чтобы стать сильнее, и поклонцам вернемся домой. Все, капец. Да. А как там 3DCOPS какой-то? Как его зовут? 3DCOPS. Триллионс. Как ты его там? 3DCOPS. Дайте его прочитать хоть. 3Динозавр. Может быть 3DCOPS? И 3Динозавр. Улучшить. Давай бесплатно, блин, денег нет. Давай, кошки. А ну больше армии, давай, скоро всех победим, скоро всех зарубим. Офигеть, блин. Дальше что? Ну интересно, забираем это все, давайте, дальше. Опа, охота. О, база, защита, ура. Так, что это такое у нас? Помощь? Чудовище надлительное. Офигеть, вот это вот наш был, ну, парень. Похож, похож. Ага, заспавнили его. Он, наверное, самый слабый. Драконы. Ну все теперь, друзья, без драконов. Воин в пути. Окей. Офигеть, звуки даже тут идут. Очень прекрасные, как я понял, да? Офигенно, превьюшки, да. Подождите. А, мы обновим брату. Я хочу на канале Edge Waves Max Risk. Как-то изменить. Давайте покажу, какая у меня с привычка. В будущем я хочу изменить. Сейчас покажу. Итак, какой канал там вот нашел. Вот. Смотрите, вот это у меня вот. Ну совместно. А вот арочка вот старенькая уже. Вот Бритвадж снимали. Только 2-4 серии. Нужно, наверное, еще серии. Это вот как-то уже она не нравится. Можно изменить на Edgebase. Ну, в принципе, можно. Почему бы нет? Но мы разрешены. Так, окей, забрал. Отлично. Дальше. Собрал. Квест, забирайся. Вперед. О, лучше. Баба.
Найди закровище. Нашел. Бесплатно. Бабах. Бонус. Ох ты, это что новое? Я такое не помню. А, помню, наверное. Это я вообще не знаю, что это такое. Камни судьбы. Я вот это помню. Желание. Мясо хочу. Дерево хочу. Не, ну побольше вещей хочу. Мясо. Дерево, точнее, потому что мясо так вот, а дерево так себе. Так, тут у нас есть один. Офигеть. Тут у нас есть рыбалчик, блин, офигенно. Тут у нас есть одна девочка, которая нам гадание. Угадай правильно, да или нет. Как после любой борщ, это вообще легко, как я понимаю. И мы в будке. Офигенно. Это прям. Не, ну красиво сделано. Ну, блин, почему я сам начинаю? На. На. Я вообще. О, второе, красава, блин. Вообще, наверное, мастер. А гайды тактики, какие будешь говорить? Окей, друзья, смотрите, первое дело нажимаете кучу раз. Не, ну конечно, зачем это делать? Вообще нужно прокачаться. И то лучше. Да, в принципе. Выполнять квесты нужно на автомате. Как я сейчас. Племя. Вступаем в любое племя, мне все равно, что. Какое я выбрал племя, еще не помню. Оружие племени вернется власть. Их воины как один. Ага, окей. Стоимость обучения минус 8. Ага, да сейчас. Проклятие врага. Уменьшает защита цели. Ага, да сейчас. Что это такое? Время встретиться. Да пошел он. Регулярно собирает суться одновременно. Да пошел ты. Поджигать территорию врага. О, пошло уже. Время обучения. Поджигать территорию врага. Окей, в принципе. Но для ютубера что есть? О. Расходцы подарок. Как Edgeways подарки, как я это играю. Призывает щит для защиты соклановцев. Ну окей, в принципе. Эффект помощи клану. Они помогут там прокачаться, в общем. Клава, клево. Шва, нормально я. Я вступил. Совет так же самое. Вступать. Если вы тоже ютубера, вам нужна помощь там соклановцев. Вы ходите в команде работать. Вступайте в наш клан, не знаю какой наш клан, вы что вступайте. Как найдите. Есть один способ. Вот. Ой, блин, что я нажал? Первое кого-то вообще-то. Племя. Так, элита, что за элита? Сделайте вызов, уйдите. Вот, блин, вызов, ага. Вообще, где-то вот так вот нужно искать это все. Так, немножко сюда. Ой. Ставить 20 кристаллов. Давай приму, а то вдруг вот обнова сразу, опа-на. Опа-на, что это, о, качок, блин. Это столько кнопок, что я в шоке. Офигенно. А если эту игру разделить на две игры, получится такое, если что такое. Время открытия. Офигеть. Подарки, блин. Бесплатно хочу. И бизнесмен. А, нет, нет, нет. Это час, вот тут ночь. А. Ну... Нет, ну я думаю, хватит сегодня. Ох ты, что я такое? А, понял. Блин, дайте хоть разгадки, что ли, подсказать. Вдруг кто-то из подписчиков не знает, как загадку отгадать. Я им подскажу. А. Во имени вождя! Скорость, это важно. Окей, скорость тоже важно, советую. Так, да, блин, батон давай, что еще? Ага. Вступить. Куда вступить? Ха! Йоу! Не знаю, что это такое. Такое офигенно. Раньше такое дракоша не было. Так, а вот так уйдете. 12 минут. Стоп, а войска можете? А чё их не забеременить? Назад. Я понял. Уже все, в принципе. Ну, успел, так не успел. В общем, он такой гайд. Смотрите, вокруг, кстати, да. Рыбку можно словить. В общем, легко. Сейчас найду рыбку. Гайды вам. Сейчас. Хоть чем-то помогу, да? А-а-а. Речки, блин. Он хитрый, блин. Играл GTA San Andreas или Майнкрафт играл. Скорее Майнкрафт, чем GTA. А как рыбку ловить? Слушайте, я забыл. А,
Рыбко, блин. А ну дайте ману, где ману идти? Ага. Заколото. Что во время заколота? Друзья, добавляйтесь как-то. Не знаю, как это сделать. Блин, кто раз хотел в эти игру поиграть? Вот такой же за нагрузка. Я ж только с ним выходной, между прочим. Какая нагрузка, блин? Офигеть, блин. Найтися. О, нашел. Отлично. Так. Рыбаки. Слушайте меня. Ловите рыбу. Год. Хорошо. Итак, как ловить рыбку? Легко. Куда пошел? Да, красава! Блин. Давай еще раз. Научим этих сопляков. Прикольно дело. Давай, давай, давай. Сейчас все будет, блин. Опа, сейчас будет рыбка. Ох, блин, знаешь, как будто... Удержи якорь, блин. Вот, сом. Давай, иди ко мне. Давай еще рыбу. Мы вообще мастера. Good. Опа-на, рыбка сюда, бегом. Опа-на. О, карп. Жарить. Давай жарить, хочу хранить. Во, жарко, отлично, мясо. Здесь больше нет рыбы. Блин. Вообще, кто успеет, тут красава. Кто не успел, тот и сори. Шо, там есть игрок сильнейший. Чудовище. Всем удачи, пока.